Идет запись этой конференции. Закрывай глаза. Закрывай глаза. Руки удобно тебе будут так лежать? Да. Вот смотри, ты мне сейчас вслух проговори нашу задачу. То есть что нам нужно сделать, чтобы та проблема, которая существует, она исчезла. Именно, ну, в медицинском плане. Проблему озвучить. Да, то есть ты скажи, что, понимаешь, ты должен, ты глаза закрой, во-первых, все, мы с тобой начинаем работать. То есть ты сейчас как бы в мироздание должен направить свое желание. Я хочу, чтобы у меня стабилизировался пульс. Если сейчас мой максимальный пульс 193 удара в минуту, то мой нормальный пульс, например, 60 ударов, я хочу, чтобы мой пульс стал таким. Юль, сейчас скажу, я только что мерил, у меня сейчас вообще сейчас прекрасно. У меня 110 на 70 и пульс 65. Угу. У меня сейчас, но стоит мне подвигаться, у меня моя... Проблема называется мерцательная аритмия. Ты можешь откинуться и закрыть глаза, и не шевелиться. То есть ты со мной разговаривай, но вот в таком состоянии, в закрытом. То есть я хочу избавиться от мерцательной аритмии. Да, то есть аффирмация. Я хочу избавиться от мерцательной аритмии. Я хочу, чтобы мой пульс стабилизировался и был каким? В норме. Озвучится в цифровом значении. Какая норма? 80. Угу. 70. Угу. А при каких условиях, чтобы этот пульс был? В покое. А если я буду двигаться, там уже зависит от того, что это. Угу. Насколько я буду двигаться. Например, в движении какой пульс должен быть? Какой пульс? Не выше 120-140. Глаза не открывай. Закрой глаза и не открывай. Ты уверен, что 140 – это нормальный пульс для здорового человека? Да, он должен в случае нагрузки увеличиваться в два раза, но не больше. Угу. Потому что на спортплощадке он до 180 увеличивается, а. Когда баскетбол играет. То есть я хочу, чтобы в состоянии спокойном пульс был 70, а при нагрузках я хочу, чтобы мой пульс... Пульс был 120. 120. Угу. Хорошо. Сейчас ты начинаешь глубоко дышать носом и глубоко выдыхаешь ртом. Вот в таком ключе. Ты глубоко дышишь, глаза закрыты, тело расслаблено. Наша задача, чтобы тело отдохнуло, чтобы оно не отвлекало, не чесалось, не крутилось, руками не шевелило и прочее. Задача перейти на тонкий план для изменение физического состояния. Изменяя на тонком плане состояние, меняется состояние на физическом плане. Ты дышишь глубоко, фокусируешь свое внимание на кончиках пальцев ног. Они расслабляются. По мере того, как я произношу те или иные части тела, расслабляются пальцы ног, расслабляются стопы, расслабляются голени, расслабляются бедра. Если есть какие-то мышечные спазмы или зажимы, они размягчаются и расслабляются. Расслабляются мышцы ягодиц, расслабляются мышцы пресса, паховая область, мышцы спины, груди.
пальцы рук, ладони, кисти, локтевой сгиб, предплечье, плечи, расслабляется шея. Будда, открывать что-то фарамбуда, фарамбуда, фарамбуда. Ты глубоко дышишь, максимально глубоко, слышишь мой голос. Будда, Будда, Будда. И представляешь, визуализируешь, прям представляешь, как ты сидишь в кресле, и вокруг тебя образуется защитное поле, похожее на мыльный пузырь, внутри которого ты находишься. Прямо ты сидишь в кресле, вокруг тебя возник такой мерцающий мыльный пузырь. Это защитное поле, внутрь которого не может проникнуть никакой негатив, никакие негативные воздействия извне. Ты в нем находишься под защитой. Миди, 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 открывает что-то, миди, 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 гектус, открывает что-то, гектус, зевс, открывает что-то, зевс, миди, гектус, зевс. Ты дышишь и визуализируешь, что твое сознание, оно находится в области третьего глаза. Ты думаешь, ты осознаешь, ты разумно действуешь, и из области третьего глаза вверх начинает подниматься некая информационная воронка, похожая на спирально закрученный смерч, как сопло граммофона. И вот все твое сознание, весь твой разум, он как бы влетает в эту воронку и летит вверх. То есть ты прям представляешь, как это происходит. Твое дыхание стабилизируется, успокаивается. Одно не пойму, воронка широким концом ко мне или наверх широким? Глаза не надо открывать. Воронка начинается с третьего глаза, узким концом. Раскрывается широким в верхних слоях атмосферы. Ты вылетаешь с широкой стороны. Глаза не открываются, глаза закрыты. То есть ты летишь, как бы твой разум отсоединяется от твоего физического тела. Тело остается здесь, а ты летишь вот в этой воронке. И она раскрывается, и ты вылетаешь из нее в белом нейтральном пространстве, где нет ни земли, ни неба, где все в неком тумане. То есть ты оказываешься в неком таком пространстве туманообразном. И перед тобой ты визуализируешь зеркало. Прямо перед собой ты видишь зеркало. Может быть, это зеркало в такой узорной раме, как старинное, рельефное, барельефное. Может быть, это в стиле хай-тек, такая металлическая, с металлической рамой. Может быть, это просто зеркало с ровными краями. И в этом зеркале ты видишь свое отражение, свое тело. Удается тебе это представить? Отлично. Прямой. Прямое зеркало, отлично. То есть ты находишь, ты прям видишь. И вот теперь ты с позиции тела, ты прям смотришь вниз. Вот мои ноги, твои ноги. Вот мои голени, вот мои бедра, живот, ягодицы. Начинаешь руками себя как бы там общупывать, обтрогивать. Прям хлопаешь по плечам. То есть стоишь в этом пространстве и перед зеркалом себя проявляешься в теле. Получается у тебя это представить? Отлично. То есть ты в тонком теле, в тонком пространстве, ты проявился. И сейчас ты смотришь на свое отражение в зеркале. И вот это отражение в зеркале, оно интересно тем, что когда ты смотришь на себя в это зеркало, то проблематичные участки твоего организма, ты их начинаешь видеть как рентген. Вот есть такие люди, человек-рентген, который смотрит на
другого человека и видит, что у него, например, там желудок болит или там печень темным цветом. И вот ты сейчас внимательно смотришь на свое отражение в зеркале и пытаешься увидеть, есть ли в каком-то месте небольшое затемнение, которое ты прям вот визуализируешь. Может быть, в области груди, может быть, в области солнечного сплетения, может быть, в паховой области, может быть, в ногах. В области сердца темный треугольник. Отлично. А этот треугольник острым концом вверх или вниз? Или как он расположен? Вниз. Он равнобедренный треугольник или... Да. Ага, хорошо. Темный треугольник. Отлично, просто замечательно. А, вот смотри, теперь этот темный треугольник, ты должен увидеть, как он начинает вибрировать и преобразуется в некую объемную фигуру, как пирамида, перевернутая вниз концом, то есть плоская поверхность, как будто пирамиду перевернули вниз, то есть ты ее, этот треугольник, ты его уже преобразуешь в объемную фигуру. Удается тебе это? Да. Отлично. И вот теперь смотри, что ты делаешь. Только вот. Она не пирамида, а конус. Конус. То есть это не граненая пирамида, а именно конус, как вот детская верхушка пирамидки. А, понятно. Отлично. Хорошо. А какого цвета ты говоришь темное? Коричневое, темно-синее, темно-фиолетовое, черное? Темно-серое. Темно-серое. Посмотри. Одно глянцевое. Одно глянцевое. Как бы ты сказал, что это за материал? Это глянцевый пластик, металл, типа ртути. Что это за материал? Это камень. Это камень. Отлично. Очень хорошо. И теперь вот скажи, вот этот камень, это камень змеевик. Змеевик. Отлично. Очень хорошо. Смотри. Ага. Смотри, что ты делаешь. Вот смотри, что ты теперь делаешь. Ты теперь подходишь к этому зеркалу, так как ты видишь в зеркале свое изображение, и дотрагиваешься пальцем до его поверхности. И ты понимаешь, что ты... Твой палец, он вот как вот Алиса в Зазеркалье, есть мультик, да, произведение, когда Алиса прошла внутрь сквозь зеркало. И ты сейчас, проходя сквозь зеркало, не сойдёшь. Ой, вот ноге так дёрнуло, это что-то. Где дёрнуло? Ноге в левой, так дёрнуло. Ага, хорошо. Вот смотри, твоя сейчас задача пройти сквозь зеркало, но не слиться со своим отражением в зеркале, а стать как бы вторым. Вот ты какой пройдешь, ты просто встанешь рядом с собой. И вас окажется двое. Ты вот с этим конусом перевернутым, и ты тот, который прошел через зеркало. Попробуй это сделать. Получится у тебя? Да, легко прошло. Отлично. Ноги поднимал. Отлично. Вот теперь смотри, вот тот, который стоит с этим конусом внизу, как ты видишь, то есть это ты, но как бы тот, у которого конус в груди, он стоит на тебя, прямо смотрит в глаза, шевелится, делает полностью синхронно, симметричные те же движения, что и ты, или просто стоит, как бы смотря, ну, просто перед собой. Он стоит, а у меня руки на уровне груди моей. У него руки опущены. Ага, отлично. Вот смотри, тот, кто зашел сквозь зеркало, то есть ты, твой разум, твое сознание, ты сейчас будешь выполнять функцию
знахаря, врача, целителя. Ты сейчас на свои руки должен надеть золотые перчатки. Откуда ни возьмись, в воздухе визуализируются золотые перчатки твоего размера. Может быть, они силиконовые, может быть, они тканевые, может быть, они кожаные. Главное, что они золотого цвета и слегка мерцают. И ты их прям делаешь движение, прям натягиваешь себе на руки. Получается? Отлично. И вот теперь ты сейчас должен понять сам для себя, каким инструментом, каким предметом, каким способом ты должен извлечь из себя, который стоит, вот этот конус. Может быть, ты сейчас возьмешь молоток или кувалду и ударишь по этому камню-змеевику так, что этот конус рассыпется. Может быть, ты возьмешь какой-то пресс и прессом его сожмешь, что этот конус лопнет и рассыпется. Может быть, ты возьмешь какие-то щипцы и просто вырвешь его из этого тела. То есть тебе нужно этот конус сейчас извлечь из тела. Каким образом ты это делаешь? Я рукой вырву. Рукой вырвешь. Хорошо? Все делай, вырывай. Вот снизу что-то держит, снизу. Снизу. Визуализируй, что держит. Может быть, там идет какая-то нить, проволока, жгут резиновый. И ты потянешь конус, и эта хрень потянется, может быть, в ногу как раз-таки. Посмотри. Жилки. Жилки. Как они выглядят? Опиши мне их максимально подробно. Как нейроны в мозгу. Ага. Как ты ощущаешь, эти жилки, они полезные для тебя? Мы их будем оставлять или мы их удалять будем? Полезные, они светлого цвета, светло-бежевые. Ага. Хорошо, значит, тебе нужно взять... Ага. Значит, тебе вот этот нужно взять конус, грубо говоря, одной рукой, да, то есть этот конус, я правильно понимаю, что этот конус, вот это та преграда, которая сейчас мешает нормальной функциональности твоего сердца. Да, я его взял вверх рукой и готов вырвать вверх. Вот, не вырывай, визуализируй какой-то инструмент, типа, например, ножниц, так, которыми ты эти жилки от конуса отрежешь. Отрезал левой рукой с ножницами. Отрезал, хорошо. Теперь вынимай этот конус. Он теперь легко вынется? Да, уже вытащен. Отлично. Через плечо вытащен. Отлично. И вот теперь ты должен сам понять, что тебе с ним сделать. Фераст, открываю колодец. Прямо рядом с тобой... Я открываю сейчас колодец. Это некий портал, который ведет в центр Земли к магме, к горячей, где если ты этот конус сейчас бросишь туда, он там просто сгорит. Да, да, черное отверстие, а, наверное, внизу там красное. Что-то. Да, да. Вот. Вот сейчас выкидывай этот конус. Черное ведро. Ага, отлично. Отлично. Но мы не закрываем пока этот портал, этот колодец. Теперь ты выпрями вперед руки, вот как вот ладонями вперед. И твоя задача, ты сейчас будешь проводить себе диагностику сам, как бы сканируя, то есть положи руки на макушку вот того, который был в конусе, и начни как бы его сканировать с верхушки макушки головы, потом большими пальцами вдоль глаз, потом уши, потом проведи большой рукой за затылком, горло, потрогай плечи на расстоянии, то есть чувствуешь ли ты где-то еще какие-то блоки и предметы типа конуса? Может быть, на плечах какой-то груз?
Может быть, какой-то гвоздь где-то торчит. Пройдись по рукам. Живот, солнечное сплетение мне очень... В животе, как будто галька морская. Где? В животе серая морская галька. Отлично, очень хорошо. Опиши мне максимально подробно, как она выглядит. Одна штука, несколько, крупная. Одна, 5 сантиметров в диаметре. В каком месте? В желудке, в каком-нибудь аппендиксе, в кишке застряла? Середина желудка. Хорошо. Каким образом она находится в желудке? Она прилипла, приклеилась. Какими-то жилками тоже прилеплена? Нет, висит в воздухе в желудке. Просто висит. Хорошо. Значит, как ты ее будешь оттуда извлекать? Клещами. Хорошо, хорошо. Хватай клещами, вынимай, и можешь тоже выкидывать в колодец. Вместе с клещами. Ага, отлично, отлично, очень хорошо, очень хорошо. Так, теперь дальше продолжай. Заново можешь, иногда так бывает, что нужно вынуть какую-то вот такую вот деталь, скажем, предмет инородный в каком-то месте, и проявляются какие-то в других местах. То, что раньше тебе было не видно. То есть заново пройди, пробегись от макушки, глаза, уши, шея, сзади вот этот вот горб на спине, его посмотри. На ключицах песок. Песок. Ага, песок. Как он выглядит? Белый песок, черный, серый, много его в виде кучки. Желтый, желтый. Угу. Желтый с крупинками. Крупный, как у нас в Сахе. Так, и вот ты говоришь, на ключице. Теперь посмотри. Может быть, даже это не на ключицах, может быть, это на легких. Ага. Так, на легких. Очень хорошо. Теперь, чтобы извлечь песок из легких, ты будешь делать вот что. Ты должен максимально глубоко начать сейчас кашлять. И воздух, который будет сейчас залетать в легкие, он будет поднимать как бы вот этот взвесь, вот этот песок, и он будет с кашлем выходить из твоих легких. Песок, он как чайный гриб. Угу. Хорошо. И прям визуализируй, как он выскакивает. Выскакивает. Отлично. И самое важное, его потом собрать в кучку, и чтобы он не разлетался, а тоже мы его в этот колодец скидываем. Просканируй, если в каких-то нижних частях легких он остался. Нет, он только верхний. Он вышел, он верхний. Он изо рта вышел. Он у меня на ладонях, он в виде чайного гриба. Ага, хорошо. Скидывай прям вот... Чтобы вот все, вот как вот сбрызгивают воду, когда руки помыли. Вот сбрызгиваешь. Так, просто замечательно. Дальше смотри. Область поясницы меня очень интересует. Нет ли там что-то? Область поясницы чистая, а вот почки, левая почка имеет красный цвет. Ага. Вверх треугольничек красный. Так. А на правой ничего нету. Угу. Левая почка чуть-чуть, такой треугольничек, где-то 2 на 2 на 2 пирамидка такая. Угу. Так. Красноватая. Угу. Как...
Рубин. Отлично. Хорошо. Теперь ты как бы сам себе задай вопрос. То есть, ну вот этот вот конус, он явно... это было последствие. Он смотрит вверх и немножко наклонен. Вот смотри, конус это был последствие. Мы вначале убрали последствия. Включиться и, как ты сказал, в легких песок, это может быть последствия от курения. То есть это вот все на тонком плане вышло. Из камня желудок ты выкинул, из желудка камень. То есть это может быть последствия неправильного питания. Вот на этой почке, ты говоришь, вот этот треугольник, как пирамидка наклоненная в виде рубина. На что это похоже? Как бы у тебя есть возможность расфокусировать зрение и фокусировать, как будто ты приближаешься, и максимально четко ты можешь увидеть, действительно ли эта пирамидка похожа на прозрачный камень рубин. Или да, может... она похожа на мамину бижутерию. Красные камушки она две недели давала. Так. Шестигранные там всякие. Вот да. Только этот треугольный. Да. И вот как бы сам себе вопрос задай. Почему он там? То есть, что он собой олицетворяет, представляет? Тебе этот ответ, он как бы приходит. Что тебе, во-первых, с ним сделать? Как ты его извлекать будешь? Я олицетворяю его с кровью. Ага. Ага. То есть... Я красной кровью. Мы будем его оставлять? Или он носит негативный характер? Он не негативный. Он нейтральный носит. Ага. Можно с ним, можно без него. Может быть, смотри, тебе нужно как бы ощутить, почему на одной почке он есть, на другой нет, какую он функцию несет. Может быть, это некая такая станция, которая улучшает качество крови, потому что рубин сам по себе – это драгоценный, да, камень, это бриллиант. Он, может быть, улучшает качество крови. Может быть, ты вот эту пирамидку клонируешь и на вторую почку поставишь. Да, она переливается. Сейчас попробуем. То есть... Она не имеет зловещий вид. Она имеет вид здоровый. Вот. То есть, если ты чувствуешь, что эта пирамидка, она на пользу, и она тебе как бы помогает, приносит пользу, то ты можешь, во-первых, ее увеличить. Ты говорил 2 сантиметра, ты можешь ее хоть до 5 сантиметров. Для того, чтобы, например, ты визуализируй, как через этот рубин проходит кровь и очищается. То есть это некий такой... Я вижу внутри движение. Угу. Хорошо. А делая руками вот такие вот жесты, как вот фокусник как бы растягивает резину, жвачку в разные стороны, ты увеличиваешь размер вот этой пирамидки, тем самым объемы проходящих крови сквозь нее, они могут быть больше. И ты клонируешь такую же, ставишь на другую почку. Я взял, но то, что осталось, она... Бледная, бледно-розовая стала. Угу. А яркую я перемещаю на другую почку. Так, попробуй их синхронизировать, чтобы они были одинаковые. Как это можно сделать? Снизу начала заполняться цветом. Угу. Хорошо. Наполняется. Обе красные, но почему-то правая выше левой. Угу. Угу. По своим ощущениям смотри, то есть если нужно как-то подредактировать, ты ее как бы вот прям ладонями, пальцами прижми, то есть сделай так, как должно быть.
Я чуть ее поднял. Отлично, замечательно. Так, какое у тебя сейчас ощущение? У тебя есть ощущение, что то, что ты сделал, хорошо для тебя? Да, есть. Отлично. Так, теперь можешь дальше золотыми руками, перчаткой сканировать, проходить вот тазовую область, паховую область, ягодицы. Ноги ниже колен, ноги ниже колен. Так, что там с ними? То, что в жизни. Левая нога темно-коричневая. Не темно, не коричневая, темно-коричневая. Ну, не темно, просто коричневая. Может быть, светло, ну, не светло, но просто средний такой тон. Я просто вижу. Так. Но мне кажется, это краска, ее надо смывать. Ага. Хорошо. Тебе... Ногу надо мочить в воде и смывать, и смывать. Киснет, тогда она растворится и выйдет. Хорошо. Прям визуализируешь. Раз, 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 раз. Визуализируешь, что перед тобой появляется некая такая лохань деревянная, ушат с ручками, и вода горячая, холодная или теплая, то есть ту, которую ты считаешь, что эта краска размокнет и начнет отваливаться. Горячий не хочу. Ага. Холодный, неприятный, наверное, теплый я буду ее. Так, двумя руками я ее смываю вниз. Вниз. Выдавливаю, она выходит. Отлично. Выходит сквозь поры, как будто вот нога. То есть, как сквозь чулок. Ага. Правда выходит, как так. Сквозь чулок. Отлично, очень хорошо. Просто замечательно. Хорошо. Так. Может быть, есть смысл воду поменять в лохане? Да, за один раз не очистишь. Выливай воду в колодец, ставь новую лохань. Икры посветлели, икры. Но передняя часть темная. Светлеют. Нога ниже светлеет. Осталось только ближе к голени. Сантиметров 20. Смываю. 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 Нога светлеет. Низ светлеет. Низ светлеет. Отмылась. Отмылась. Очень хорошо. Так, выливай. Вылил. Заново, заново пройди. От макушки, за себя сзади, зайди за спину. Прогляди внимательно, как бы и снаружи, и внутри. Там, где была пирамида на сердце, пустое место, виртуальное, но я его как бы вижу, как будто я из белого чехла, из прозрачного чехла достал эту пирамиду, так. Как из упаковки. Вот эта пленка или пластик остался прозрачный. Так, и вот теперь тебе нужно понять, что теперь нам с этим пластиком, с этой упаковкой делать? А относительно вот этой упаковки, где находится сердце и как оно вообще работает? Может быть, ты в эту упаковку сердце поместишь? Может быть, ты туда рубин крупный установишь? Может быть, да. Оно через сердце проходит, эта пирамида. Это не рядом с сердцем, а через сердце. Так. Я могу туда рубин положить, даже несколько.
Хорошо, давай. Но они все треугольные у меня. Ага. Пирамидки. Хорошо. Это Семь. Штук семь. самая лучшая фигура, распределяй их. Где ты их берешь? В левой руке. Ага. Хорошо. Горсть у меня, я их туда сыпал. Отлично. Расставляй в нужной последовательности. Они не ставятся, они просто хаотично насыпаны, они не формируются. Попробуй. Ты говорил, что там есть некие жилки, к которым держался конус. Возможно, тебе нужно, как вот врачи проводят операции по сшиванию там каких-то вот этих вот нейронов. Может быть, тебе нужно брать каждый рубин и к нему прилеплять жилку, так как эти жилки раньше к этой перевернутому конусу были. Попробуй эти жилки к рубинам прилепить. Ну, их надо из конуса достать. Ты конус выкинул в колодец, и ты сказал, Нет, что... прозрачная упаковка, прозрачная. Они внутри насыпаны, эти рубинчики. Вот сам подумай, как это ты там работаешь, тебе виднее, то ли ты эту упаковку выкинешь. То есть я себе представляю, ну мне вот так идет, что ты эту упаковку выкидываешь, а те жилки, которые ты отсоединял от конуса, ты их как провода прилепляешь к вот этим рубинчикам. Хорошо, я превращаю упаковку в пластик, полиэтилен. Я его по одному эти рубинчики присоединяю. Да. А эта пленка размягченная, как пакет, как будто порвался. Да. Я ее выкидываю. Рубинчики, как виноград, висят, только перевернутые. Ага. Хорошо. Жилками. Так, и теперь прислушайся к своему внутреннему пониманию. Вот то, что ты сделал, это хорошо, это на пользу тебе, вот с этими рубинчиками. Ага. Да, нет. Нет. Это гемоглобин. Ага. Хорошо. Так, и теперь мы с тобой делаем вот что. Ты сейчас стоишь тот, у которого два рубина на почках, у которого гроздь рубинчиков. Ты стоишь в расслабленном состоянии. У тебя в левой руке визуализируется тонометр, и ты измеряешь пульс. И прям видишь показатель, результат. Какой пульс в спокойном, расслабленном состоянии? Увидь. Нижнее давление 80, верхнее 120. Пульс 73. Ага, отлично, очень хорошо. Так, и теперь, значит, ты убираешь тонометр, и теперь вот ты тот, который с рубинчиками и в сердце, и в почках, ты начинаешь делать активные физические упражнения. Например, начинаешь приседать. Приседать. Прыгаешь, машешь руками, руки на бедрах делаешь повороты, то есть набираешь резкую физическую активность, нагибаешься, дотрагиваешься пальцами до носков. То Это есть я делаю, а тот тоже же должен делать. вот тот, который с рубинчиками и делает. Ты как врач стоишь, смотришь, наблюдаешь. А Теперь тот понятно. с рубинчиками... Тот, у кого ты мерил давление, тот начинает физическую активность проявлять. Мы должны у него замерить пульс в состоянии физической активности. Я мерил давление у себя, а не у него. Надо у него померить. То есть мы изменяем того, который в зеркале, мы его изменяем.
Работаем с тем. У того какое давление? 110 на 70, пульс 80. Ага. 110 на 70, пульс 80. Все, а теперь пусть он начинает физическую активность проявлять. Делать разные упражнения. Нагибаться, прыгать, махать руками. Можешь баскетбольный мяч представить, что в кольцо забрасывает. Тот, который с рубинчиками. Хорошо. И когда ты уже поймешь, что он разогнался, ты восстанавливаешь, измеряешь ему пульс. Давление 140 на 90, пульс 107. Это хороший пульс? Да. Угу. Физические активности – это хороший пульс. Отлично, замечательно. А, пусть он остановится. И еще раз, скажем так, для закрепления, напоследок посмотри, обойди со всех сторон. И посмотри, может быть, где-то что-то еще по мелочи, какой-нибудь, может быть, гвоздик, глину какую-нибудь очень часто видят, туман какой-то. Просканируй не только снаружи, но и внутри, как будто ты во внутренние органы заглядываешь. Мозг, там трахеи. Почему-то прозрачный на синем фоне. Угу. Ну, это нормально. То есть ты как рентген просматриваешь. Да, я иду по контурам, я больше ничего не вижу. Угу, хорошо, отлично. Теперь возвращайся в состояние, когда ты, как врач, в золотых перчатках, как доктор, стоишь перед тем, который с рубинчиками. Теперь ты снимаешь золотые перчатки, бросаешь их тоже в колодец, закрываем колодец. И теперь твоя задача, вот ты, тот, который шагнул через зеркало, тот, в котором вот твой разум, ты, как действующее лицо, ты заходишь за спину того, который с рубинчиками, того, с кем все вот эти манипуляции были произведены. Зашел. Ты заходишь в него со стороны спины. Представь, что как будто вот от макушки до слипшихся пяток, как будто замок, ты расстегнул молнию, и ты в него сейчас заходишь, как в комбинезон, и сливаешь. Ниже меня ростом оказывается. Ниже ростом? Да. Значит, нужно как-то его при... Увеличить в росте. Да? Представь, что ты как бы растягиваешь его в разные стороны. Как вот за уголок фотографии тянутой, она пропорционально... Растянул. Все. Растянул. Твоя задача со стороны спины войти в него. Застегнуть сзади молнию и слиться с ним в одно целое. То есть ты как бы входишь в самого себя, видоизмененного. Застываешь, руки опущены, глаза закрыты, и ты ощущаешь, что ты слился с ним в одно целое, что ты теперь... Единый организм, единое существо. И ты видишь перед собой контур зеркала, через который тебе нужно выйти, опять попасть вот в это пространство белесое,
без пола, без стен, без потолка. И ты видишь перед собой раскрытое отверстие, вот эту энергетическую воронку информационную. Вижу. И ты в нее шагаешь. И ты шагаешь, и ты чувствуешь, как ты летишь вниз, как Алиса вниз летела по этому, по трубе, попой вниз. И ты летишь, и руки вверх, и ноги вверх, а ты попой вниз летишь. Летишь, 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 и влетаешь в свое физическое тело, которое сидит сейчас на кресле. И когда ты влетаешь в свое физическое тело, ты опять синхронизируешься и сливаешься с ним в одно целое. То есть ты новый, обновленный, вот с этими рубинчиками в теле. Да. Ты просто упал в свое физическое тело, и ты стал одним целым. Да. И прямо сейчас ты начинаешь глубоко дышать, и в обратном порядке мы запускаем твое тело, отдохнувшее физическое тело. Мышцы приобретают тонус. Мышцы шеи, плечи, предплечья, локтевой сгиб, кисти, пальцы, ладони, грудь, спина, живот, паховая область, ягодицы, бедра, голени, стопы, пальцы. Ты можешь пошевелить ногами, согнуть в коленях, согнуть в локтях. И открывать глаза. Руки затекли. Левая рука. Ага. Хорошо. Открыл глаза. Что открыл глаза? А тут Путин на картинке. Да? Угу. Понятно. Твоя задача самостоятельно завтра проделать ту же самую работу, один в один. И по-хорошему, по-хорошему у тебя не должно быть уже никаких ни конусов, ни камней, ни песка. То есть ты сам завтра садишься и визуализируешь, как вокруг тебя пузырь, как у тебя из третьего глаза открывается воронка, как твое сознание летит. Ты попадаешь в это белое пространство, перед тобой зеркало. Ты туда перешагиваешь, ты сканируешь. И по-хорошему ты видишь организм, в котором ничего менять не надо. Это по-хорошему. Если вдруг ты увидишь что-то, то есть ты действуешь аналогичным образом. Я знаю, что, ну, ты мне рассказывал, что ты накладывал руки на какие-то органы и представлял, как там тепло идет и так далее. Ну, помнишь, ты мне рассказывал, что ты как бы сам себя лечил? Ну, с трудом. Вот ты мне это рассказывал. Попробуй завтра это сделать сам. Хорошо. Желательно днем. Вот. Вечером мы с тобой созвонимся, и ты мне расскажешь, как и что, какие, ну, это очень, вот то, что ты сделаешь один, это будет очень важно, то есть со всей ответственностью. И вечером ты мне расскажешь,
что ты видел, как было, и дальше уже посмотрим. Хорошо? Все, пока.